Это вот письмо, это удобрение, это читайте. Да, представляете, я купил ее, значит, за свои деньги, а мне это 31 декабря прошлого года, генеральный директор, мне, смотрите, что пишет. В связи с подготовкой к вводу в эксплуатацию дома по адресу, прошу вас освободить... Нет, так по адресу какому? Твери, улица Орехова, дом 2. Квартира 13. Да. Дом, вообще-то адрес-то 2, а не квартира 13. Нет, Ореховый дом 2. Ну да, ну, адрес дома. Все правильно. А это что меня выселяют, получается? Ну да, да, да. Ну квартира-то моя. Да. А вы видите, какие подготовительные работы? Компенсация выплаты при энергии услуги. Да, и услуги охраны. В чем вообще договоре этого нет? Они, может, еще 10 лет. Почему я должен вообще охрану-то оплачивать? Она меня не охраняет. Даже в какие-то времена я ее охраняю. Бывают случаи.